Сегодня в программе «Тема недели». Что определит новая программа комплексного развития города? Благодатный огонь впервые воздушным транспортом из Иерусалима доставлен в Семей. Главным и знаковым событием ушедшей недели стал рабочий визит в наш город президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства встретился с общественностью, ознакомился с подготовкой к открытию уникального объекта – гибридной операционной, посетил площадку строительства культурно-оздоровительного комплекса «Абай-арена». Горожанам приятно и знаково, что наш город одним из первых во внимании президента. Тон встречи задан деловой, четко высвечивая положение дел. Необходимо более активно использовать промышленный потенциал Семея, заняться диверсификацией производства, ставку делая на малый и средний бизнес. Рефреном звучал вопрос, что приходит время жить посредством, бюджетные деньги тратить по уму, переформатировать бюджет. Ключевым движением станет программа по развитию города до 2025 года. Я поручаю руководству области инициировать разработку специальной программы развития города Семей до 2025 года. Позволит актуализировать задачи развития города на среднесрочную перспективу. Программа придаст новую динамику роста экономики и социальной сферы. Большой резонанс в обществе вызвали дискуссии о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Корень проблемы в том, что в ближайшие 10 лет государство ощутит дефицит электрической энергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас. В то же время, без учета мнения большинства населения нашей страны, решение о строительстве атомной электростанции приниматься не будет. В настоящее время в мире существует много технологий, которые в состоянии обеспечить безопасность атомных электростанций. Кроме того, надо иметь в виду, что АЭС даст рабочие места многим людям, обеспечит энергетическую самостоятельность Казахстана. Тем не менее, никакой поспешности в принятии решения не будет, я повторяюсь. Это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение, безусловно, будет принято во внимание. В то же время, без учета мнения большинства населения, решение о строительстве АЭС принято не будет, резюмировал президент. Нынешний год – время 30-летия со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона. Исторический указ первого президента Елбасы навсегда сохранится в памяти народа. Сейчас актуально определить должный уровень поддержки пострадавших от ядерных испытаний. Ущерб от радиации несет негативное влияние. Касым-Жомарт Кемелевич поднял резонансный вопрос строительства так необходимого центра ядерной медицины. Вопрос, как говорится, с бородой. Проект строительства не закончен, оборудование не установлено, выделенные 6 миллиардов не принесли результатов. Многочисленные комиссии пытались найти компромисс. До сих пор продолжаются судебные тяжбы. Нынешнее руководство области изыскало денежные средства на проектную документацию для завершения строительства. Глава государства поручил прийти к выгодному для народа решению. Мне хорошо известна эта проблема. Строительство продолжается с 2012 года и до сих пор не завершено. Необходимо немедленно прекратить все споры и прийти к приемлемому решению. Поручаю обеспечить Центр ядерной медицины всем необходимым оборудованием и в короткие сроки ввести в эксплуатацию. Изменить ситуацию с реабилитацией детей. Сегодня в Семее и прилегающих населенных пунктах около 1300 детей с особыми потребностями. И им требуется помощь. Это и есть социальная ответственность и государства, и общества. Знаковую дату предстоит отметить в следующем году. 175 лет со дня рождения просветителя Абая Кунанбаева. Президент поручил отметить эту знаменательную дату на государственном уровне. Наша главная цель – широкая пропаганда мировоззрения Абая, приобщение молодежи к его духовному наследию. Поручаю правительству начать подготовительные юбилейные мероприятия.
Главная цель – вызов времени, духовная модернизация. Особо важно глубоко осознать суть программы «Рухани Жангыру». В Гуманитарно-юридическом инновационном университете, где состоялась встреча главы государства с общественностью, продемонстрировали посредством реальных документов историю и богатое духовное наследие предков. Сакральные места Востока Казахстана, которым проложены туристические маршруты, историко-археологические комплексы, получившие глобальное признание. Президент отметил, что реализуемые проекты вносят значительный вклад в укрепление национального самосознания. Начата работа по поэтапному переводу казахской письменности на латинскую графику. Этот шаг предпринят с целью повышения статуса государственного языка, сделать его языком науки и техники. В рамках проекта «Туганжер» на средства меценатов построено более 600 социальных объектов. Такие благородные инициативы должны найти свое продолжение во всех регионах Казахстана. Уважать историю и воспитывать подрастающее поколение, сохраняя первозданный облик старых городских построек. Это важная задача. И к нашему городу имеет определенное значение. Касым Жомарт Токаев подчеркнула исторической роли личности. Говоря о великом Абае, не должны забывать о его отце Кунанбае. Поручил рассмотреть меры по увековечиванию его имени. Наш город с населением в 350 тысяч человек имеет годовой бюджет 56,6 миллиардов тенге. Инфраструктурные объекты и формируют качество жизни горожан. Новая программа развития города, работу над которой инициировал президент, должна включать инфраструктурные объекты, к которым относятся мосты, дороги. Это построены 55 и 85 лет назад автомобильные и железнодорожные мосты, имеющие стратегическое значение. В неудовлетворительном состоянии находится более 20% дорог города по-прежнему. Здесь нам нужно нарастить усилия. Эти инфраструктурные проблемы требуют срочного решения. Среди предприятий Касым-Жомарт Кемелевич выделил «Семей Инжиниринг», на площадках которого идут ремонтные работы по восстановлению бронетанковой техники. И здесь определена новая ниша, поддержанная главой государства. Хороший опыт работы на экспорт имеет «Семей Инжиниринг». Списанная военная техника, которую собирались утилизировать после ремонта, продается на внешних рынках. Это приносит дополнительную экспортную выручку. Поэтому я поддерживаю инициативу по передаче от Министерства обороны неиспользуемой военной техники Министерству цифрового развития, обороны и аэрокосмической промышленности для последующего ремонта и экспорта. Новое технологическое оборудование, высококлассные профильные специалисты, правильное системное управление открывают выход на внешние рынки. Глава государства заострил внимание на сохранении национального природного достояния, что нуждается в нашем внимании и заботе. Лесной природный резерват Семей Арманы, особо охраняемая зона. Ее территория 660 тысяч гектаров, из них чуть более 400 покрыты лесом. В регионе действует инновационный единственный лесосеменной комплекс Средней Азии, где выращивают саженцы с закрытой корневой системой. Большое значение для экологии региона имеет восстановление реликтового соснового бора Семея, существенно пострадавшего от пожаров. Решение данной задачи будет способствовать улучшению экологической ситуации, сохранению первозданной природной красоты края. Глава государства, говоря о великом значении преемственности поколений, основанном на мудрости, понимании, рассказал, как и где впервые встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В 1985 году я впервые встретился, и мне посчастливилось поговорить с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, который находился с официальным визитом как член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР в Пекине. Хочу отметить, что он приехал в Пекин за 4 года до знаменитого визита Горбачева, где была объявлена нормализация отношений между Советским Союзом и Китаем. То есть Нурсултан Абишевич Назарбаев
принял самое непосредственное участие в подготовке нормализации отношений между двумя крупными социалистическими на тот период времени ядерными державами. Вторая встреча прошла уже в Москве, при которой Нурсултан Абишевич предложил: «Бери шинель, пошли домой». Я с ним увиделся в 1992 году в Москве, и он сказал буквально словами из знаменитого симоновского стихотворения «Бери шинель, иди домой». Вот. И вот так началась моя карьера, которую вы очень хорошо все знаете. Вспомнил, как возглавлял правительство, определяя стратегию движения государства вместе с Даниалом Кенжетаевичем. За период работы достигли экономического роста в 13,5%. Замечу, показатель до сего времени самый высокий. А что движет действиями главы государства? 1 сентября, ровно через 5 лет, я получил распределение в Министерство иностранных дел Советского Союза. Я старался, не скрою, получить это распределение, прилежно учился, занимался общественной работой. И в то время остаться в Москве, получив центральное, так называемое центральное распределение, парню из Алматы, ну, можно сказать, в те годы из провинции, это было довольно престижно и интересно. Через пару месяцев я получил направление на работу по линии Министерства иностранных дел в советское посольство в Сингапуре, где работал почти 4 года, 3 года 11 месяцев. Затем был рекомендован опять в центральный аппарат Министерства иностранных дел. В 1983 году была достигнута договоренность между правительствами Советского Союза и Китая о направлении или об обмене первыми спустя почти 15-20 лет холодной войны между двумя странами группами студентов-стажеров для подготовки изучения китайского языка в Китае и русского языка в Советском Союзе, в Москве. И в составе первой группы из 10 человек, будучи старостой этой группы, я поехал в Пекин, в лингвистический университет, где пробыл год. Затем опять вернулся в Москву и через год был направлен в посольство Советского Союза в Пекин. Касым-Жомарт Токаев посетил больницу скорой медицинской помощи, был проинформирован о состоянии системы здравоохранения в регионе, новых подходах, технологическом оборудовании и подготовке кадров для работы в новых условиях. В СМП в год проходит в среднем до 25 тысяч больных. Интерес имела новизна подхода при современной госпитализации – триаж-система. Впечатлил передвижной напольный ангиограф и гибридная операционная, отвечающая стандартам мирового уровня. Глава государства обратился к медицинским работникам. Посмотрел я сейчас больницу вашу, очень хорошая больница, она была построена в рамках программы, которая в свое время инициировала наш университет, первый университет, 100 больниц, 100 школ. Вот. Поздравляю вас, интересные работы производятся, уникальные медицинские процедуры, в том числе операции. Хочу пожелать вам успехов. Ваш труд очень благородный, очень нужный, квалифицированный. Медики больше всех учатся в университете. До 7 лет. И даже больше. Всю жизнь медики учатся своему делу. Ваш труд нужен людям. Это самое главное. Следующий объект – новый микрорайон Карагайлы, где будут проживать более 20 тысяч человек. Архитектура соответствует стандартам качества. Эпицентром станет культурно-спортивный комплекс «Абай-арена». Руководитель подрядной организации «Азия» Сауле Доскужанова ознакомила с ходом строительства современного комплекса, где разместится весь спектр культуры и отдыха для всех категорий. Три самостоятельных блока объединены в комплекс.
Здесь и спортивные площадки для всех видов, большой и малый бассейн, зал с трибуной-трансформером на 5000 мест, кинотеатр, детские развлекательные залы. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в конце текущего года. Работы идут по графику, в плановом режиме. Время определяет задачи, выводя жизнь на новые горизонты. Город с историей, центр духовности, несет свою миссию. Задачи определены конкретные, выступая поручениями президента нашего государства. Остается глубоко осмыслить и одно – работать, засучив рукава. Почему я все время говорю, что нужна политика преемственности? Нужно продолжать этот курс, нужно реализовывать программу 2030, план нации, программу институциональных реформ и, конечно же, нужно вносить коррективы в деятельность правительства. Вот, в принципе, и секрет успеха. Надеюсь на вас. Рахмет сіздерге. Рахмет, қадірмен. Православные христиане отметили свой главный праздник – воскресение Иисуса Христа – Пасху. Особенностью года нынешнего стал благодатный огонь, который в специально подготовленной лампаде был доставлен впервые воздушным транспортом в Семей. Для нашего города это очень знаковое событие. Этого никогда не было в нашем городе. Прибытие благодатного огня свидетельствует и нам, и всему миру о том, что есть мир иной, к которому мы идем, что мы не брошены в этом мире, что Бог видит нас и принимает самое активное участие в нашей жизни. Он не только показывает, что Он есть, Он показывает реальное восхождение благодатного огня на протяжении уже многих-многих веков. Благодатный огонь – символ веры и надежды. В канун православной Пасхи он чудесным образом появляется в Кувуклии, часовне над гробом Господним в Иерусалиме. Господь посылает чудеса, дабы укрепить силу духа человека, неся свет добра и милосердия всему миру. Огонь моментально распространяется в храме, неся пасхальную радость. В нынешнем году он доставлен и в православный храм нашего города. Миротворческую миссию исполнил священнослужитель Евгений. Благодатный огонь в наш Казахстан был привезен по благословению нашего митрополита казахстанского Александра. Мы, представители духовенства Семипалатинска, сподобились взять этот огонь и привезти в Семипалатинскую землю, чтобы люди увидели чудо веры. Доставлен он вот в таких именно капсулах. Это специальная капсула, в которой находится благодатный огонь. И он защищен от климатических условий, от возгораний. И его можно перевозить безопасно в самолете. Поэтому в такой же капсуле он был перевезен с Иерусалима в Алма-Ату. Прошедший несколько кордонов, благодатный огонь с ликованием встречает священнослужители и прихожане Воскресенского собора. Всеобщее ликование, колокольный звон разделяют радостное событие. Зажигаются свечи, в руках многих пасхалы, пучки из 33 свечей по числу лет земной жизни Христа. Огонь в считанные минуты наполняет храм, не жжет, безопасен. Частичка чуда в руках, в сердце каждого ликование, осмысление происходящего и своей миссии в этом земном мире. Восторг. Вот вы знаете, вот такого восторга, такой восторг я вижу на пасхальную службу, и вот сейчас.
Во-первых, это надежда на жизнь, на то, что мир не погибнет еще год, потому что Господь дает нам этот знак. Это символ единения всех православных всего мира. Значит, мы едины, мы не разделены, мы душой объединены со всеми. Значит, мы должны двигаться вперед, чтобы становиться духовно лучше. И вот это-то и дает нам благодатный огонь. Оп. Вот ветер задувает нам его, вот старается силу уничтожить его, но в огонь-то он в душе. Это только материальное воплощение. А главное, что свет, который дает он нам для нашей души, вот это самое существенное. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Пасхальной радостью наполнены сердца и желанием нести добро, свет и чистые помыслы. Ой, радость, благодать такая неописуема. Спасибо Господу, что сподобил нас к такому таинству присоединиться, испытать такое счастье. Спасибо всем, счастья, здоровья, мира. В руках каждого лампада либо свечи. Благодатный огонь несут дальше в дома, друзьям, знакомым, тем, кто готов свои мысли и чувства направлять на благие дела. Важная деталь. Среди верующих распространено поверье. Если благодатный огонь не сойдет, недоброе предзнаменование. Этого не произошло. И вот явление этого огня происходит непостижимым образом. Разные варианты его явления, но они всегда значат с собой одно. Вот этот огонь, когда зажигает от него свечи, он не жжет. Какое-то время, минут 10-15, можно им прикасаться к лицу, а потом он превращается в тот огонь, который мы знаем. Нынешняя неделя у православных – светлая седмица. Пусть свет победит тьму, неся пасхальную радость по миру.